В Варшаве возле посольства России на аллее жертв российской агрессии состоялся перформанс по проведению международного трибунала над военными преступниками. Во время акции так называемый трибунал приговорил Путина, Лукашенко, Шойгу и Лаврова к пожизненному заключению на глазах нескольких тысяч участников. Люди присоединились к перформансу с украинскими флагами и плакатами. Напротив посольства России была установлена сцена, на которой судьи зачитали обвинительный акт и вынесли приговор четырем подсудимым, находившимся в специально подготовленной клетке. Организатор акции, лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко подчеркнула, что таким образом участники перформанса обращаются к мировому сообществу. Цель акции – ускорить процесс создания трибунала, который по-настоящему осудит преступников, ответственных за полномасштабную агрессию России против Украины.